тигры, пантеры, леопарды, медведи, верблюды и многие другие животные в одном представлении. На гастроли в Омск приехал королевский цирк Гии Эрадзе с новой грандиозной программой «Баронетты». Это программа, которая вот счастливо в себе сочетает и прекрасную форму, и прекрасное, так сказать, содержание. Представление словно одна большая сказка, в которой каждой стране отведена своя история. Аттракцион «В гостях у шейха» – восточная легенда. Номер «Цыганский табор Рома» – как песня древнего кочевого народа. И все главные герои цирковых рассказов Гии Эрадзе – животные. Характер каждой из которых дрессировщик знает досконально. Я полюбил это животное настолько, что, может быть, это какое-то мое внутреннее состояние, мой тотем. То есть берутся самые маленькие котята, либо медвежата, либо кто-то другой. Они с детства привыкают к переездам, к смене городов, поясов часовых. И сейчас для них это абсолютно никак не стрессово. Шоу «Баронетты» с 25 июля в Омском цирке.